выберусь отсюда, ты поняла? Я убью любого, кто встанет у меня на пути. И тебя тоже. Мне надо покурить. Где у тебя курево? Как ты сюда вошел? Почему мы разговариваем? Да мне-то откуда знать? Не понял. Ты кем себя возомнила, сука? Отвали ты от меня! На кого ты работаешь? Говори! Что? Чё? Ёбаный чип. Я его своими руками выдеру. Нет, стой! Я получу контроль. Я найду как. Ты меня слышишь? Выметайся из моей головы. Нет. Лучше вставь себе ствол в рот и застрелись. Я чувствую, как наши сознания соприкасаются. Я словно гниль, которая пожирает тебя. И я не могу это остановить. Слышишь? Как бы я хотел сейчас проблеваться. Это только копия энграммы. А есть и другие. Должны быть. Я убью тебя! Давай, что тебя останавливает? Ох, ебать. Такимура, надо встретиться. Приходи в дайнер дома. Это еще зачем? Потому что я тот, кто спас тебе жизнь. Честно говоря, я еще не пришла в себя после того, что со мной случилось. Это случится еще не скоро. Так и что же? Если ты хочешь жить, тебе нужно вернуться в игру. Время не ждет. Дайнер дома. Я буду там. Ви, рада тебя слышать. Наконец-то. Давно мы не разговаривали. Еще с тех пор, как Джеки умер. Я звоню выразить соболезнование. Выразить соболезнование? Иисус Христу, Ви, ты жила с нами под одной крышей. Имею уважение не разговаривать со мной, как будто мы чужие друг для друга. Я сама хотела тебе позвонить. Я готовлю офренду по Джакито.
Мы должны проститься с ним, как положено. Они вообще в курсе, церемония пройдет вижу. У нас, в каюте. Им кажется, что Ави соберутся тихо, многие из его хороших друзей. Ничего не говорите, мама Уэллс. Я приеду. Я ни секунды в этом не сомневалась. До встречи, Ви. Надо убрать отсюда бильярдный стол. Думаете? Он довольно тяжелый. Ви, спасибо, что пришла. Садись. Хочешь пива? Можно выпить немного. Салют. Давно мы с тобой не виделись. Как ты поживаешь? Честно говоря, бывало и получше. Почему? Расскажи. В тот день, когда погиб Джеки, в общем, с тех пор моя жизнь стала гораздо тяжелее. Понимаю тебя. Мы все так себя чувствуем. Я сейчас пытаюсь подготовить офренду. Столько надо сделать, рук не хватает. Я бы хотела принять участие в церемонии, но как положено, чтобы не нарушать ваши традиции. Так. Просто у меня нет ничего, что можно было бы положить у гроба, чтобы почтить его память. Ну и что? Зато у тебя доброе сердце, Мининья. Нужно просто что-нибудь символическое. Поищи в его гараже. Там, считай, все его прошлое. Спасибо, мама Уэллс. А, да не за что, Ви. Это тебе спасибо за твою чуткость. Гараж на республиканском проезде. АИТВ. Да, это я. Привет, Ви. Что ты тут делаешь? Просто сижу и жду его. Хотя прекрасно понимаю, что он больше никогда уже не придет. Последнее время я часто прихожу сюда посидеть. Могу час просидеть. Это глупо, но я так скучаю по нему. Очень скучаю. Присядешь? Поболтаем? Почему глупо? Это обычные человеческие чувства. Наверное. Джек про тебя рассказывал. Много. Говорил, сколько ты для него значишь. Прямо так и говорил. Скорее всего, слова были совсем другие. Может быть, и другие. Но он имел в виду это. Серьезно. Я рада, что ты узнала настоящего Джеки. Все думали, что он такой наивный весельчак, который во всем ищет положительные стороны. Но они ошибались. Ну нет, таким он тоже был. Во всем старался видеть хорошее. Джек был славный, душа нараспашку. И он не боялся жить полной жизнью. Хотя у него были свои тараканы. А у кого их нет? Вот именно. Они и делают нас теми, кто мы есть на самом деле. Здесь осталась частичка Джеки. Мама Уэллс будет устраивать прощание с Джеки. Мне надо найти что-то, чем он дорожил. Не поможешь мне? Не уверена, что мне стоит туда заходить. Думаешь, пока рано? Дело не в этом. Мы с мамой Уэллс не то чтобы в лучших отношениях. Она бы не хотела, чтобы я что-то здесь трогала и тревожила его память. Так что лучше не надо. Джеки был бы рад, если бы ты зашла. Это главное. Пойдем.
Думаю, ни одна холостяцкая нора без таких не обходится. Он говорил, это коллекционные. Сейчас таких не выпускают. Ну да, именно поэтому они тут и висят. Эрнест Хемингуэй, по ком звонит колокол. Джеки часто ее перечитывал. Перед каждым большим заказом. Он говорил, что этот мужик круче, чем Морган Блэкхенд. А ты читала? И как тебе? У меня как-то руки не дошли. Думаю, она хорошо подошла бы для Френды. Прямо воплощение Джеки. Ну вот, для Френды уже что-то есть. Но можешь тут еще походить. Все полные. Его любимая. Запас на черный день. Не прикасаться. Почему? Поркену поеде стокару на резерве стратегика. Ва? Да уж, Джеки любил тягать железо. Это был для него способ медитировать. Он говорил, что штанга — лучший слушатель. Поймет все твои проблемы и не станет давать дурацких советов. Зверь, а не мотоцикл. Джек чуть не плакал от радости, когда купил его. О, Джеки. Это мандала? Угу. С ней долгая история. Эй, все хорошо? Ты не представляешь, насколько. Я однажды сказала Джеки, что ему нужно очистить это место от негативной энергии. Например, с помощью мандалы из песка. Он мне тогда ответил, что из песка лучше построить замок, дом... Родовое гнездо у Элсов, крепость. Похоже, ты влияла на него сильнее, чем думала. Да, наверное. Мне кажется, она немного кривовата. Она ужасна. Но это самое красивое из всего, что я видела в жизни. Это отец Джеки? Старый гангстер. Из Валентина, конечно. Вы знакомы? Нет, мне о нем только рассказывали. Но его тут никто добром не вспоминает. Классный кадр. Любимая текила Джеки. Так он ее и не открыл. Нет, амулет на счастье. Одна из первых бутылок, которые выпустил Хисус де Абахо. Это который основал Синсон? Их осталось всего 100. И все они у самых богатых людей мира. А откуда Джеки ее достал? Вроде бы купил у какой-то старушки в Мексике. Она ему жаловалась, что Абахо украл у нее рецепт. Да, точно. Самое то для Джеки. Нам пора идти. Знаешь, Ви, я еще останусь ненадолго. Попрощаюсь с ним тут. Мама Уэллс все равно не хочет меня видеть. Ты должна прийти, Мисти. У тебя есть на это право. Я не хочу мешать маме Уэллс. Я же не семья. Ты была частью его семьи. Наверное, ты права. Спасибо, Ви. Так что, пойдем? Ты не думала уехать из Найт-Сити? Конечно. Однажды даже попробовала. Серьезно? Как это? Собрала вещи и улетела подальше, в Непал. Думала там остаться. Ну и где-то через неделю поняла, что не могу жить без орущих соседей и машин за окном. Мои глубокие соболезнования. Он был очень милый мальчик. Так выпей в память о нем, падре. Лучше несколько раз. Так и сделаю. Ви, хорошо, что ты пришла. Мы сейчас начнем. Садись, пожалуйста. Привет, Ви.
Большое спасибо всем, кто пришел. Я не буду расписывать, каким человеком был мой сын, и говорить, как мне его не хватает. Я лучше расскажу вам одну историю. Было ему тогда лет, может, 19. Джеки был в Валентино, а у них тогда была война с Мальстрёмом. Мне позвонили из больницы. Сказали, что в него попали 3 раза. И все рядом с сердцем. Когда я приехала в больницу, он был в сознании. Из него торчало столько трубок, что он выглядел как какой-то осьминог. Он сказал: «Не волнуйся, мама, пули меня не берут. Со мной никогда ничего не случится». А когда я собралась уходить, он снял с пальца перстень Валентина. Сказал, он ему больше не нужен. Он не боялся. Просто не хотел, чтобы я за него волновалась. Descanse en paz, mi hijo. Когда я еще ходил в боксерский клуб «Бесы Найт-Сити», у нас была такая поговорка. «Ищи настоящих друзей среди тех, кто может отправить тебя в нокаут». И это правда. Рука у Джеки была тяжелая. Ни от кого я еще так не получал. Я его удар помню до сих пор. Двенадцать раундов, дружище. Me mandó Camporta. Lamenta no estar aquí. Todavía le quedan 4 años que cumplir. Me pidió que leyera esto. Recuerdo cuando Jackie se nos unió. Era un niño fuerte. Cuando decía que iba a hacer algo, cumplía. Tenía honor. Podría haber llegado lejos. Mis condolencias a la familia. Que descanse en paz. Кто-нибудь еще? Давайте я, наверное, расскажу, как мы познакомились с Джеком. Я частенько вспоминаю этот день. Началось с того, что он приставил мне ствол к голове. Потом нарисовались местные копы. Наваляли нам обоим. В чем-то по моей вине, в чем-то по его. Выбирались оттуда уже вместе. Через каких-то полчаса мы уже обедали у мамы Уэллс. Оказалось, у нас все-таки было кое-что общее. Принципы. Джеки Уэллс. Человек чести. Он дорожил своими принципами и никогда от них не отступал. Если он ставил перед собой цель, то готов был умереть, чтобы ее достигнуть. Однажды он мне сказал: «Чика, главное в нашем деле никого не бояться». Он всегда гордился своим районом. Хейвуд воспитал его. Но самое главное, Джеки любил жизнь и не боялся жить. У него была широкая душа. Он не рассуждал, а просто делал. Он всегда смеялся и говорил, что пули его не берут. И что однажды он станет легендой по смерти. Можно сказать, он добился того, чего хотел. Устроил серьезные проблемы некоторым влиятельным людям. И если он смотрит сверху, то, наверное, сейчас показывает им средний палец. Он хотел большего, чем ему досталось от жизни. Спи спокойно, друг. Я бы хотела сказать тост. Por mi hijo. Спасибо тебе за теплые слова, Ви. Я рада, что ты нашла время приехать. Хорошая френда у нас получилась. Пришло так много людей,
Даже эта девочка, которая Джеки чем-то нравилась. Ее зовут Мисти. Что? Мисти. Она для него очень много значила. Понимаете меня? Пойдите, пригласите ее на ужин. Это она точно заслужила. Знаешь что? Ты хорошая девушка. Джеки хотел бы, чтобы они были у тебя. Спасибо вам. Я буду его беречь. Обещаю. Cuídate, Vi. Может, хватит уже говорить... Садись. Ты выглядишь неплохо. Пока ехали в машине, мне казалось, что ты не выживешь. Чего вы, собственно, от меня хотите? Для начала скажи мне, где найти Эвелин Паркер. Эвелин? Зачем она вам? Она в интимных отношениях с Юринобу Арасакой. У нее есть к нему подход. Я сама хотела бы с ней поговорить. Она обещала, что избавит меня от чипа. Я бы на это не рассчитывал. Она, скорее всего, уже далеко. Вот вы сами и ответили на свой вопрос. Эвелин уже далеко. Почему ты думаешь, что она поможет тебе с чипом? Ей помогает корпорация? Понятия не имею. Эвелин много знала про чип. У нее была засекреченная информация. Не знаю, кто она, но в ней была скользкость, как у корпоративных агентов. Ну, вы понимаете. Во мне тоже есть эта скользкость. Вас выставили за дверь. Ваше место теперь среди изгоев, забыли? Простите, что не смогла вам помочь. Я немного тороплюсь, так что... Подожди. Ты нужна мне. Юринобу Арасака должен ответить за отца убийства. Ищете справедливости в Найт-Сити? Я хочу отомстить. Здесь это сделать проще. Есть люди, которые помогут мне прикончить Юринобу. Мне нужно только их убедить. Думаете, они поверят какой-то наемнице? У меня нет других доказательств. Тем более, я здесь никого не знаю. И за мной охотятся. Так мы что, зайдем такие в Арасака Тауэр и всем объявим, что Юринобу преступник? Что он убил Сабура Арасаку? Мы будем говорить с адекватными людьми на нейтральной территории. Есть процедуры, которые помогут установить правду. Детектор лжи? Нет, спасибо. В таком случае, подумай сама. Ты умираешь. Ты не знаешь, как тебе спастись. Во всем виноват чип. Изобретение Арасаки, о котором знают только там. Арасака может тебя убить, но может и спасти. Главное, чтобы нужные люди встали на твою сторону. Политика. Вы говорите про Андерса Хельмана? Откуда ты о нем знаешь? Я же готовилась к налету. Хельман разработал и создал этот чип. Он только пешка. Я имел в виду более влиятельных людей. Тем более Андерс Хельман бежал из Арасаки. Он предатель. Состав входит катетер, аспиратор, капельница, трубка для кормления и, самое главное, брейнданс-обруч нового поколения. Ханако-сама, уайтекитэй коэдэс. Кочиракосо. Итак, Ханако-сама, я хотел бы спросить вас. Куда ни плюнь, везде Арасака. Эй, я вообще-то слушал. Слышь, не ори! Никому, кроме тебя, не интересны эти корпоративные шлюхи. Что ты сказал? Чё слышал? Не надо, Такэмура. Хотя бы один из вас не кретин.
Спасибо за предложение. Я подумаю и перезвоню. Мне нужно время, чтобы придумать план. Ты много выиграешь, если мне поможешь. Только прошу тебя, не уезжай из города. А с чего бы? Скорее всего, только здесь я и найду кого-то, кто мне поможет. Кого-то, кроме специалистов Арасаки, таких людей не существует. Мы только что обсуждали варианты. И для начала я попробую поискать Эвелин. Если она не помогла тебе до сих пор, то уже не поможет. Слышали про воровскую честь? Да. Только у воров как раз нет чести. Есть просто честь. Юринобу Арасака бы с вами согласился. Это Паркер тебе не поможет. На твоем месте я бы приготовил запасной план. Андерс Хельман создал этот биочип. Я найду его, и он решит мою проблему. Даже если придется опять перейти дорогу Арасаки. Наплевать. Хельман сбежал от них. Я сам искал его много дней. Он, как это говорится, как камнем, как в воду канул. А зачем вам Хельман? Это от него Сабуру Сама узнал о планах Юринобу. Хельман хорошо знал их обоих, поэтому он может быть ценным свидетелем. Крысы пищат громко, если прищемить им хвост. Я собирал информацию несколько дней. Все пути вели в одно место. В клуб посмертия. Меня там быстро развернула королева фиксеров. Бестия. Приняла вас за пиджака? Решила, что Сабура Сама погиб от моей руки. У Бестии много информаторов. Она знает все, что творится в городе. Я попробую спросить ее насчет Хельмана. Это грубая, жадная и мелочная женщина. Желаю удачи. Я не могу здесь больше оставаться. Ты можешь делать, что хочешь. Ищи Паркер, Хельмана, кого угодно. Я встречусь с друзьями, которые могут мне помочь. Когда люди из Арасаки будут готовы тебя выслушать, я позвоню. Тогда до связи. Если ты каким-то чудом доберешься до Хельмана, дай мне знать, пожалуйста. Нам с ним есть о чем поговорить. Фастфуд и грязь. Да, в чем-то этот город не меняется. Арасака все так же хочет захватить мир, а мир неумолимо погружается в хаос. По крайней мере, Бестия еще жива. Да ты не охренел ли? Сначала пытаешься меня убить, а теперь подмазываешься. Типа ничего и не было. Вообще, чтобы я слышал, не обязательно говорить вслух. Чего тебе надо? Я обдумал все это дерьмо еще раз. Теперь ты нужна мне живой. А не пошел бы ты нахер! А представь, каково было мне. Ты проснулась на свалке, а я в твоей голове. Рядом с твоими мыслями, воспоминаниями. Так что, думаю, мы в расчете. Я успокоился и стал думать, что со всем этим делать. Мы ведь можем помочь друг другу. Давай начнем с Бестии. Я ее 1000 лет знаю. Ты призрак прошлого, чувак. Все твои друзья или сдохли, или впали в маразм, и нихуя никого не помнят. Сильверхенд умер легендой. Такое не забывается. Допустим, ты знаешь Бестию. Что мне ей сказать? Что моя мозговая опухоль — это ее старый дружок Джонни? Да ладно. Бестия слышала и не такую хуйню. Причем в те времена, когда твоя мамаша еще целкой была. Можешь не рассказывать. Я видела твои воспоминания. Жесть. Бестия сделает все, что я скажу. Просто приведи нас в посмертие. Нет никаких нас.